Ну что, ребят, сразу мы продолжаем с вами проходить Билли и сбизу подряд. Вот, прошлая серия была довольно-таки интересная, разнообразненькая. Сегодня будет не менее интересный, не менее разнообразный. Вот, поэтому Саша подумал, надевать бордюр, приобрести этот курс, принять 5 кофе или 5 авды при том просмотра. А если вы не видели прошлую серию, ссылочка постоянно находится на плейлист, подсказочка то же самое. Прошлая серия и плейлист с полным прожением данной игры. Вот, или если про подсказки посмотреть, если ты на телефоне смотришь, подсказки, да, посмотреть, если ты на телефоне смотришь, то чуть ниже описания спускаешь, там подсказки будут. Если на компе восклицательный знак нажимаешь сверху справа, и там тоже будут подсказки, вот. Поэтому как-то так, при этом просмотре, а мы с вами продолжаем проходить игру Билли. О, привет! Так, основной смысл здесь, собственно. Я уже сохранился, то есть, да, в прошлой серии с вами сохранились, все сделали, поэтому идем. Так, куда нам? Вон там красная звездочка вообще. Там еще, вот, смотри, красная звездочка. Пец. Короче, а во, битва с ботанами. О, снежки. Погнали в снежки. Один фиг уроков нету, погнали в снежки. Поиграем. Блин, нам далеко ехать, кстати. Опа, стоять. Сорян. Слышь, блядь. Hey there. Miss Kopke, need a little me time. How are you? Sticks and stones, kid. Hey, you. How are you? You okay? I think not having an hey, act what's is up? His act. Can't talk. My ex is coming over to pick up his pillow. All right. Hey! All good? I know where he can stick that birthday cake. Gotta go. Migraine. How are you? No, I'm okay. Сейчас бы Милфу, прикинь. Обсуждаем, обсуждаем. Игра не про это, игра не про это. Хотя в том числе и с этим. Бать, смотри, где мы, ёпта. Нормально, да, зимой на велике нет? Нормально, да? Нормально, нормально все? Охота за бельишком. Добрый вечер, сэр. Мальчик, ты что делаешь? Ничего, вы? Ну, я это... того. Я ищу негодных мальчиков. В смысле, я ищу негодных мальчиков. Там, где им не положено быть. Суждаем, суждаем. What I mean, Hopkins, is that I'm glad to report that in that disgusting store I did not find one naughty boy, not one. Well, that's good, sir, because filth like that can really rot a young man's mind. Exactly. That's why I got this research to check on the dangers. It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir. Thank you. No problem. But I'll tell you, Hopkins, I'm quite worn out with all this work. I don't suppose you could do me a favor. What? Well, how do I put this?
I'm in charge of the laundry this week. Так, из рук, из but I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. It would be embarrassing to ask for it now. Oh, maybe you could help, but you'll have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great! So go and collect all the dirty laundry from the girls' dorm. Okay. And if you get caught, I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gates, but shh. I'll see you soon, Jimmy. Ой, бля, далеко, дохуя ехать. Да нет, не так много ехать. Да, что-то физрук как-то, физрук что-то как-то, физрук что-то там не ладит. Как-то грязные вещички едят, обсуждаем такое, если честно. Лезем наверх, на крышу, зачем-то? А, типа же было не палевно, но типа там же девушка его есть, нет? Как бы, ну странно, ладно. Сбери бельишко. What have we here? I like you, Jimmy, but I probably shouldn't. Just what I was looking you know. For. If I don't get that A, my mom will be so disappointed. People stealth, Chini stealth. Nice and sneaky. Джимми? Everybody calm down. Чего уманиться? We're being watched.
Ха, пососёшь ты, блядь. Бэ-бэ. Куда нам? Да все, пока, пока, блядь. Все, выдохся, да? Так, незаметно вообще. Надеюсь, мой прием того стоит. Да, пьем за грешку. Вот тебе немного денег за то, да. Да иди в пизду, блядь, отстань. Изи, изи. Так, надо тут взять. Кое-что сделать здесь. Ну, да. О, все, ну подряд наделали. То есть можно все сразу делать. Интересно. Интересно, на уроки пойти сегодня будет, да? Больше там походить на уроки, потому что, как бы, да, нам это нужно. Иди в кабинет. А если не хочу идти в кабинет директора? Прикинь, в кабинет директора идти. Это же вообще жесть. Просто взяли, вызвали, прикинь, на ровном месте. Ну погнали, чулан, погнали. Побазарим. Шло Рождество. Здравствуйте, мисс. А вот это и Джимми. Буду кратко. Твоя мать мне прислала тебе рождественский подарок. Обалдеть. Я знаю, тебе что-то было. Можешь быть свободен. О, нормально. Свитер с оленем. Нормально. Хай. Так, ну чё, давай на уроки походим сегодня. Да ничего не было, отъебись. Можно? Но мне здесь нравится, что можно совсем функционировать. Не то, что в GTA-шке. GTA-шке не совсем можно функционировать. В GTA-шке не совсем вообще можно функционировать, к сожалению. Вот. А здесь совсем. Как бы это интересно. Чё? Куда нам? Опять? Ну, панель нам по заданиям еще. Ну, чё бы, раз не хочешь, не хочешь шкила работать, ладно. Сначала переоденемся, блять. Все смеются, блять, сейчас хуяли. Туловище.
Давай мы с тобой ниндзя походим. Чё нет? Чисто ниндзи с тобой походим, чё бы нет, нормально. Прикольненько, помню. А, ну поехали, чё. Дальше. Так, нам с тобой нужно, короче, это... Только за что нам тут ниндзи дали, не помню, за что ниндзи дали. Да иди в пизду, блядь. Поехали только сначала в этот... Что сейчас было, блять? Ну, в принципе, GTA, ну, типа, понятно, почему в GTA так же делают, блять. Нормально, блять. Ну, вообще, прошу прощения. Снежки, давай в снежки поиграем. Hey, kid, you got a leg? No. Okay, then you want to sit on my knee? You want to kick in the balls? I'm sorry, kid. I'm just a little down on my luck. I mean, one year I'm living in Greenland with a posse of elves and some talking reindeer. In the next, I'm getting treated like a drunken fool, thrown out of the North Pole, and put to work in a dump of a town like this. Okay, man, now you're kind of creeping me out. Why does everyone say that to me? Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me. Calling me a pervert, throwing snowballs at me. You're just like him, little red-haired bully. Hold on, which kids? Those ones over there. Да, прикольно, да, выглядит? The tough skin. Kids. Ну, наша косметика. Наш косметика, ниндзя. Fancy school like you. The Molly Connelly and Robbie's boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens to the old days? I miss Prancer. What? He was always my favorite. Not Rudolph. No. He was a prima donna. Oh. I'm falling apart here. Hey, listen, man. Where are these kids? Over there somewhere. Единственное, что странно, это этот кросс, ну ладно. Ах, блядь. That's the little inbred that split my lip. Get him! Yeah! Nice work. Not bad, but I want to see some tears. You got him! Why
Those punks scooped my change cup and ran away. Time for some payback. That'll learn them. Logan, good. Keep it up. Наконец-то, блядь. Просто на время, прикинь. Еще миссия, офигеть. Hey! Thanks, man. You're all right. Whoa! Well, good luck with those reindeer, you maniac. Damn, I'm good. Доступны рога. Be well. Понятно. Что поделаем? Ну, давай. Блин, я бы сохранился, конечно, поехал бы, блин. Честно говоря, я бы сохраниться съездил бы. Угу. Давай так с тобой сделаем. На всякий случай нужно сохраняться, потому что, ну, это вообще жесть. Но вылетит и потом заново не проходить, да это вообще забей. Лучше заранее сохранить, зачем потом перепроходить. Сразу, потому что это старенькая игра и, ну, типа, не вопросов нету, просто старенькая игра, которая, да, иногда вылетает. Чем неожиданно, поэтому нужно быть наготове. Вот в прошлой серии посмотри, что было, это вообще жесть, офигел аж. Так, ну вот с Голдшо. Поехали на скейте, доедем. Мы реально бегут за мной. Его, блядь. Еще полиция, прикинь. Ну, все хорошо. Пока. Изи. Битва с ботанами. Погнали. Что здесь происходит? Клубная встреча внизу. Иди дальше. Спасибо, он может все это. Нет, нет, ты не можешь использовать дипломатию, чтобы заставить принцессу эльфов сделать это. И как, оно веселитесь? Сумасшедшие дети, ебать, в игре. Давай, блядь, игра в игре, блядь.
Еще бы не хватало, чтобы они четвертую стену сейчас еще разбили, вот это было бы классно вообще. Сумасшедший где-то еще. Ешь полезную пищу, не трогай вредного. Полезная еда повышает здоровье, вредная еда понижает здоровье. Рыба, шар, избегай любой ценой. Сумма, катайся, как сыр в масле. Короче, надо... Ага. Ай-яй-яй. Блядь. Нечаянно. Да блядь, больно. Джимми. Больше яблоко, не хуйся. Мне надо три уровня пройти, окей. Майку здоровое яблоко. Блять. Game over. Ну, 236 ФНТ. Еще 100, ребят. Поехали. If I had my broadsword on me. Да блядь! Ты видел, да? Видел сейчас, да, это? Видел? Ну вот, блядь. А еще они могут, эти челики могут носить с собой еще ту рыбу. Ой, я, ну. Очень прям, в два раза уже прям очень близко был, видел? И что, мне бесконечно в нее играть, блядь, или что, я не пойму?
сука. Да тварь. Здесь, понимаешь, меньше получается этих. Больше вредной еды, блядь, всякой хуйни, блядь. И меньше, блядь, здоровой получается еды здесь спавнится. Это очень хуёво, на самом деле. О, вроде какая здоровая. Тихо. Опа. Опа, блядь, сразу. Да тварь! Да тварь! Да ты пиздец, блядь. Ну, 1100 набрал, да? 1010. Блин, бесконечно, что ли, играть в эту игру? Ладно, давай, блядь. Чисто, ребят, серия будет чисто вот по этой играть. Проигра в игре. Спасибо. Опасно, ну ты заебал меня толкать нахуй. Тихо. Где, блять, а вот она. Че, главное не торопиться, все. Да, было опасно, кстати. О! У него читы явно были, я уверен в этом. Что там у чела читы были, блядь. У меня еще три, у меня еще две жизни есть, так мне похуй. Здесь главное сейчас не торопиться просто. Главное не торопиться. Ну это вообще пиздец. Главное не торопиться, короче, все. Видишь, они вверх-вниз гоняют, по большей части. Что это за хуйня, что было? Они перемещаются в разном, блядь, порядке еще? Охуенно. Ой-ой-ой, тихо. У него явно читы, блядь, я базарю. Главное, не торопиться в этом плане, и все. И все будет получаться. Сначала 1000 мне нужно брать, да? Охуенно. Блять. Опа, забрал. Вот видишь, забрал и потерял сразу же моментально. Главное не торопиться. This isn't really very fun, Jimmy. Oh, I lost my appetite. I can't be treated like this.
Блять, серьезно, мне 1010 набирает? Ну серьезно, на. Серьезно, блять. Серьезно. Давайте как пройду, так включу, чтобы не затягивать хронометраж. Gouge my eyes out with a spoon. Ребята, пиздец, да что вы делаете, ребята? Не надо. Блять, тварь. Где хожу?
Серьезно, блядь, то есть они меня достают, что ли, когда от них... Я в ахуе, на самом деле. Бикини от них, ну, в километр стою, блядь, они меня достают. Пиздец, конечно. Иди нахуй! Ой, бля, 1000 надо, прикинь, 1000, бля, я в ахуе нахожусь. Че, музыка закончилась, самое интересное, может. Иди нахуй! Ну серьезно, блядь. Я шарю где-нибудь. Блядь, что так мало, блядь, нормальной еды, блядь, здоровой. Пиздец, очень мало ее. Очень мало. Смотри, сколько большой, сколько хуйни всякой. Ну, то есть, нездоровой пищи, смотри, когда большая выходит. А нормальной еды, блядь, очень мало здоровой именно. Такой большой иконки, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько, конечно. Не-не, мальчик, не стоп. Ой-ой, блядь, думал, нормальная еда идет, ну нихуя. Бля, ебать просто. Ну серьезно, блядь, спасибо, что толкнул меня. Бля, я хуй не знаю, ребят, как. Ну типа, они просто толкаются уже, я застрял, блядь. My appetite. My feelings are hurt. Блять, рот ебал. Значит, давайте, как я пройду именно уже, именно эту хуйню, то включусь, чтобы не затягивать хронометраж, что вообще пиздец. Полный, блять. Даже не дотронулся. Не, ребят, это пиздец полный. Я рот его ебал, эту игру. Пройдем чуть позже, короче. Пизду. Пройдем, давайте пройдем чуть позже. Но это вообще жесть. Я, ну, типа, рот ебал. Опа. Я честно рот ебал, поэтому давайте чуть попозже пройдем это. На следующей серии. Либо... Ну да, в следующей серии, скорее всего. Вернись в клуб батона. Пошли они нахуй, блядь. Пусть сами разбираются, блядь. Хуйню придумают, блядь, какую-то игру. Ну и похуй, завалил зданием. Поебать, честно. Честно, похуй. Чем даже поебать. Так, чё, погнали это. Чем-то позанимаемся вообще. Чё тут есть вообще? Погнали в одежду, не в одежду, не погнали, бабки заработаем, чтобы мы. Да. Ой, тихо, беги. Да иди ты в пизду. Я могу на мотике кататься, нихуя, прикинь. Могу на мотике кататься, охуеть. Где мне теперь его найти? О. Sweet fight!
Так это вообще. Почтальон, давай почтальон. Что давно его не было. Слушай, красный-то типа звездочки, это же добрый, правильно понимаю? Как кидать? Помню. Собака, что ли, бежит? Просто это странно, не знаю, миссия очень довольно-таки странная. Я так понимаю, красно то, что на, ну, то красная звездочка, я так понимаю, это доп задание все-таки. Ой, блядь. Да все, пока, блядь. Мне кажется, красная вот эта звездочка — это доп задание, нежели основные. Странно, очень странно. Я же прав в этом плане. О, грамматика, ага. Да все, пока, блядь. Спать не могу. Да, давай с тобой на этом закончим, собственно. Что еще поделать? В следующей серии, да, пройдем эту самую миссию. То, что, ну, это, ну, забейте. Все, за просмотр, как серия была. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.